Здравствуйте. Федеральный газовый служб. Обеденный сон строителей дома на улице Пожарского прерван ревизорами из миграционной службы. Подобных визитов на строительных площадках стараются избегать. Приход таких гостей может означать концом твоего пребывания в Ярославле. Этот случай не исключение. Накануне правоохранителями было выявлено 8 нелегалов. Сотрудниками вневедомственной охраны совместно с сотрудниками Федеральной миграционной службы во Фрунзенском районе Ярославля на строящемся объекте на улице Пожарского было выявлено 8 иностранных граждан, осуществлявших работу без соответствующих разрешений. Сотрудники полиции доставили нелегалов в отдел Федеральной миграционной службы для составления административных протоколов. В ходе рейда удалось установить, что часть этих приезжих строителей не имеет разрешения на работу. Впрочем, сами они в унисон уверяют, что здесь не работают, а приехали из столицы помочь землякам. Мы вчера вечером приехали, секунду уже начали работать. Не здесь не работаем, в Москву переехали, в Челябинск я приехал. Просто ребята сказали помочь, помогли. Все. Каждый нелегал привлечен к ответственности, правда, административной. Перед законом придется ответить и работодателю. Подобные рейды будут продолжены. Анастасия Жирайна, Антон Смирнов. Место происшествия.